Итак, всем привет, и у нас снова коллекционное событие, которое называется «Воины». И давай сразу перейдем к коробкам и, наверное, посмотрим в первую очередь реликвию на Криптодронера. Многие, наверное, ждали ее. Прикольная. Ну, датамайнеры уже сливали ее, да, очень давно. Если кто не в курсе, как бы можно найти это все в интернете. Не волнуйтесь, я вас найду. Прикольно. Вообще классно. Очень много... Ну, немного людей, но есть люди, которые хотели эту реликвию. Вот, но не знали, какой она будет. Давай пройдемся по коробкам. Ну, пока меня не впечатляет все это событие. Мне кажется, полная шляпа. Вот, единственное, что, да, реликвия за 200 баксов, короче. Вот, это прикольно. Все остальное не очень. Ну, как и во всех событиях. Были там какие-то моменты. Ну, там, след от полета, там, на Ватсон. Там, знаешь, такое что-то давали, там, вот, я не помню. Какие-то вот такие моменты. Вот. Но были очень хорошие ивенты. Ну, это как-то не очень. Ну, вот след от полета, смотри. Как вариант, кстати. Если покупать, да, если у тебя его вообще нет, то есть только начал играть, такой радостный, счастливый, короче. Вот это вот это то, что нужно тебе. Вот. Что касается, видишь, страж такое, вот это что такое? Собака-дрон, кошка-собака-дрон, морская свинка, что это? Ёлки-палки. Ну, ты видишь сам, да? Ну, блин, интересно, ну, как вариант. Александр Нокс, Саня, егерь, римский егерь. Ну, почему бы и нет? Не взял бы. Ни одного и ни второго бы не взял. Не, есть лучше скины. Ты знаешь, я к такому выводу прихожу, Это что такое? Что скины, такие вот крутые скины легендарные, они не нужны. Ты представляешь, если каждый будет бегать, блин, в офигенных скинах, блин. То есть это тоже, как бы, видишь, недопустимо. Ну, как в боевом в пропуске, знаешь, вот есть там, там какой-то рисунок нанесли, текстуру там, Сильва какой-то, блин, непонятный. Панк хипует. А что это у девушки? Девушка, что у вас с косой? Нервничаете. Купит меня или нет? Купит, купит, не парься. Вот. Поэтому они и как-то вот... Видно, и не делают таких ярких вот скинов. Там, знаешь, там вот... Мы же не Fortnite, правильно, блин. Это в Fortnite можно было там... Что-то лагануло. Не в Fortnite же, там, да, там, банан, короче, там, скины, бананы, помидоры, там, блядские эти бегают, да. О, мохнатый лук. Мохнатая лайфа и мохнатый лук. Вот, лук как вариант. Если выпадет, вообще тема. Ищейка. Есть круче ищейки. Ну, тоже оригинально, почему бы и нет. Кому-то зайдет, наверное. Сугубо мое мнение, поэтому обращать на меня внимание не стоит. У меня другие предпочтения по скинам. Вот. Но так прикольно. Почему бы и нет? Лучше, чем, да, обычная текстура, короче, которая даже не покрашена в серый цвет, блин. L-Star. Ой, этот, энерговинтовка. Ну, такое себе. Ну, не знаю. Из всего этого... Лоба, наверное. Дрон. Лайфы. Фьюз нет. Не знаю, лайфа может быть. И то так, на любитель. Есть у лайфы есть крутые скины. От первого... в начале там был сезон. Там там Рейв, Центурион, Бладхаунд был скин крутой такой вот. Там есть крутой скин у нее. И еще один крутой скин, который я на нее не приобрел. Ну, из этого всего мне ничего не нравится. Ну, как бы неплохо. Как бы на пятерочку, да, из 10, допустим, да. Вот. Не знаю, пиши, что думаешь по этому поводу. Я тебе потом почитаю. Что он прыгает? Дрон. Ладно, так, давай посмотрим, что в магазине у нас здесь. Это можно все приобрести вместе с коробками.
Плюс добавили еще Ревенант, я смотрю, и Гибралтара добавили. И добавили вот этот вот скин на Бангу неплохой, кстати. Прям довольно-таки. Ревенант, вот видишь, да. Что еще здесь есть? Магазин, да. О, беременный Bloodhound. Его можно в магазине приобрести. Кстати, у меня, видишь, недоступно. Я не могу приобрести. Не знаю, в моей стране пока недоступны покупки. Это что такое? Фьюзич, старина! Добро пожаловать, говорит, в школу жизни. И эмоции у него. Но на полет. Очень интересно. Кстати, ее можно приобрести отдельно. Вот, так что... Сколько? 1000 стоит, да? Ну, все, в принципе. Все, что хотел тебе сегодня, наверное, показать. Может быть, я где-то что-то упустил. Вот, ну, пока, в принципе, все. Ну, вот такая вот реликвия, да, вот еще раз. Вот, он, видишь, там этот самый... там какой-то кубик-рубик у него, что ли. Он, видишь, крутится. Кубик-рубик. И какой-то этот сам он сосочек. Так, ну, в принципе, наверное, все. И в конце я тебе сейчас покажу маленькую анимацию осмотра оружия на крипт, который нашел на официальном сайте. На этом все.